Русская служба новостей дарит бесплатные поездки в такси. Саратовская радиостанция каждую неделю разыгрывает сертификат номиналом 1000 рублей. Выиграть бесплатные поездки может любой житель. Для этого нужно встретить на улицах города автомобиль с наклейкой «Я слушаю русскую службу новостей» и сфотографировать его. А после отправить снимок в редакцию русской службы новостей. Каждому участнику присваивается порядковый номер, а присланные фотографии с номерами размещаются в фотоальбомах в социальных сетях. Победитель определяется каждую неделю. Он и получает сертификат на бесплатные поездки в такси номиналом 1000 рублей. Ну, так как я активный пользователь интернета, я, собственно, увидел как-то в пробке машину, вот, быстренько ее сфотографировал и отправил. На самом деле, очень удобно то, что я выиграл этот сертификат, потому что я на работу очень часто езжу на такси, вот, на работу, с работы. По итогу каждой недели генератор случайных чисел у нас выбирает победителя. Здесь понадобится еще немножко везения. Стать обладателем сертификата на бесплатные поездки в такси можете и вы. Акция «Поймай РСН» продолжается. Шанс на победу есть еще у трех радиослушателей.